Домашний набор капа и ополаскиватель помогут вам снизить риски микробных осложнений после имплантации. Переимплантита и мукозита – это основные причины, когда мы теряем имплантаты. А также фотодинамика доказанно увеличивает плотность костной ткани, усиливает оксигенацию, то есть насыщение ткани кислородом, и микроциркуляцию в зоне операции. А значит, заживление пройдет быстрее и безболезненнее. Достаточно провести двухнедельный курс фотодинамики с ополаскивателем дома и раз в полгода повторять курс после операции.